жилье. Какой спецназ? Я только Послушайте, Сергей Соболев, я хочу закончить эту реплику. Вы знаете, что пригласите Лапкибайда в следующий раз, он вам расскажет, сколько касок он снял. Михаил, ваши БТРы бронированы, стоят в Киеве, я пытаюсь поднять. Вот для чего бронированы машины Луцке и Киеве? К чему идет подготовка? Послушайте меня. Для чего каски брать? Для чего каски? Для чего бронежилеты? Вам. Вы рассказываете про то, очень красочно про свою семью, что с ними вы играете в эти игры. Я еще раз представлю, зачем надо было их уносить? Чему вы готовитесь? Пожалуйста. Это вопрос очень важный. К чему это идет подготовка? Хотите, я отвечу? Вот после того, когда вы нашкодите, так как в Грузии, мы готовимся к тому, чтобы еще раз отстоять страну. После последствий, которые вы принесете. Вот услышьте меня. А Бог, который видит все и знает, а я говорю правду, мне не за что краснеть. Если я не могу сказать правду, я промолчу, но я никогда не вру. Бог покажет, кто из нас прав. С Грузии вы закончили, сбежав, оставив гражданство, свой народ. Сбежав, выгнанные камнями, посмотрим, как вы закончите в Украине.